Здравствуйте. Теперь день этих малышей начинается так. К 9 утра они торопятся в свой новый палисадик рядом с домом. Это один из 5 мини-садов по присмотру и уходу за детьми, которые создаются в муниципалитете по поручению губернатора Подмосковья. Отличие от больших детских садов, что нет прогулочных веранд, а все остальное соответствует. Есть и прачечная, есть и зал, где можно поиграть, позаниматься, есть и спальня, где можно поспать. Здесь полноценный пищеблок, детишки могут здесь кушать. Провели качественный ремонт, сделали все в срок, согласно дорожной карте. Палисадик на 60 мест открылся в конце апреля на улице Игнатьевская в Звенигороде, на первом этаже нового многоквартирного дома. После перепланировки помещения и капитального ремонта сюда завезли новую мебель и оборудование. Это замечательный пример взаимодействия бизнеса и власти, когда застройщик, выполнив до конца обязательства перед дольщиками, предоставил муниципалитету помещение под детский сад. Выполнено все великолепно, замечательное качество ремонта, отделочных работ. И самое главное, хотя он не является полноценным полного пребывания, но однако же он выполняет свою функцию пребывания детей и дает возможность родителям заниматься своими делами, работой. Первый такой палисадик на 280 мест уже принимает детей в Одинцово на улице Северной. Мини-сады позволят детям легко проходить адаптацию в кругу сверстников, а родителям выйти на работу. Кроме того, они значительно разгрузят очередь в дошкольные учреждения. При этом очередь в муниципальные детские сады за детьми сохраняется. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».